На основании доказательств, собранных оперативниками отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Димитровградский, сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области и следователями регионального следственного комитета, судом вынесен приговор в отношении организатора и членов ячейки экстремистской организации «Арестантское уголовное единство», действовавшей на территории Ульяновской области, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Полиция. Установлено, что организатор противоправной деятельности 1972 года рождения сформировал по этническому признаку запрещенную организацию, действующую на территории города Димитровграда Ульяновской области. В своей деятельности злоумышленники реализовывали идеологические и дисциплинарные функции, поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры. Пропагандировали асоциальное поведение, совершение противоправных действий, ненависть, агрессию и насилие в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества, не поддерживавших идеологию экстремистского движения. В рамках проводимых мероприятий полицейским установлена причастность обвиняемых к совершению ряда преступлений, произошедших на территории города Димитровграда. Это повреждение чужого имущества, мошенничество в сфере страхования, незаконное хранение огнестрельного оружия, вымогательство, грабеж, похищение людей. В деятельность запрещенной организации активно привлекались молодые люди от 16 лет, обучавшиеся, как правило, в учебных заведениях среднепрофессионального образования. С них под предлогом формирования так называемого общака на постоянной основе взимались денежные средства для функционирования организации, а также в том числе для направления их якобы криминальным авторитетом в исправительные учреждения системы ФСИН. Пресечена противоправная деятельность фигурантов в результате совместных мероприятий сотрудников отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России Димитровградский, Управление ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии региона. Приговором Димитровградского городского суда фигуранты признаны виновными в совершении указанных преступлений. Организатор приговорен к 6 годам 4 месяцам лишения свободы, 7 активных членов экстремистской ячейки к срокам от 2 лет до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.